Доброго-доброго утра, Валерий Константинович. Хочу вам показать сеянцы с тех семян, которые вы прислали мне в подарок. Это Гречишникова Татьяна. Вам такое благодарственное письмо, видеописьмо. Посмотрите, какая красота. Да, я уже выбрала те, которые не взошли, но еще не все унесла горшки. Вот. Которые не проросли, я их не выбросила. Я их высадила в открытый грунт в надежде, что, может быть, они проснутся на следующий год. Поэтому, может быть, общая схожесть будет и в итоге даже побольше. Пока что я вижу из 500 семечек 200. И вот так они себя прекрасно чувствуют. Сейчас покажу размер. Вот они вот такие. Горшок здесь двухлитровый. Высадить пришлось в горшок, потому что земля была не готова. Семена начали после стратификации просыпаться. Поэтому были высажены временно в горшок. Кое-где подтягиваются. Вот еще чуть поменьше всходят. Ну, здесь вот, наверное, уже ничего не будет. Ничего не будет. Я немножечко покопаюсь, посмотрю, если косточка живая, то я ее просто перенесу, пересажу в грунт. А здесь горшочки поставлю плотнее. Спасибо вам огромное за абрикосики. Я так понимаю, что здесь сыны маньчжурского, может быть, сам патриарх, потому что косточка была разнокалиберная. И вот то, что я у вас покупала, это вот как конкретно с патриарха. Вот они. Но они у меня так и подписаны, патриарх. Дальше у меня идет груша. Ну, тоже покажу заодно, раз уж начала снимать. Это груша. И вот пошла яблонька. Вот так выглядят яблоньки. Тоже кое-где не взошли. Чувствуют себя прекрасно, развиваются. Вот так выглядят яблоньки. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня, настроения, здоровья и всех-всех благ. Спасибо.